Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. В целом, ситуация не совсем не ясна с точки зрения вашего вопроса, именно вопроса, потому что его нет. Вопроса нет. И не очень понятно, что именно вы хотите решить с помощью психолога. Какую проблему вы хотите решить с помощью психолога, потому что если это проблема депрессии и апатии, а с психологической точки зрения, с точки зрения психологии, то я бы сказал, что необходимо исключить фармацевтический эффект, фармацевтическое действие на вас, ну вот тех медикаментов, которые вы использовали, да? В частности, гормональные стероиды. Если я правильно вас понял, то речь идет про них. Речь идет про это, про гормональные стероиды. То есть разобраться нужно с этим аспектом. И тогда уже вам можно будет, в принципе, помочь. То есть, если на вас не будет влиять, если на вас не будет оказывать влияние препарата, как это, на мой взгляд, сейчас происходит. То есть, сейчас на вас, оказывает действие, препараты, которые вы принимали. Дальше. Проблема, как мне видится, начинается с того, что вы не получаете признание. То есть вы не получили того, чего ожидали. Не получили то, к чему стремились, и, соответственно, вы пишете, что, проецировал это на себя, думал, может, время не уделяю должного. Потом разочаровался в спорте. Ну, из-за того, что, видимо, не получили признания, опять же. То есть я не знаю, в чем здесь ваша конкретная проблема, вы ее не выписали, проблематику. Конкретную проблематику вы не
хотите решить с помощью психолога. Вот. А вы пишете, что у вас работает, замедленно работает мозг, то есть вы вот, значит, ну вот это вас вот беспокоит, то, что, ну, задержка работает мозг. Но это не совсем, как мне кажется, именно психологическая проблема. Это больше проблема характера физиологического. Если только мы не говорим о том, что это вот механизм защиты, который призван вас защищать от чего-то, чего-то. Вот. Ну, чтобы это подтвердить или опровергнуть, нужно нужны анализы, нужна работа. Вот. Поэтому как психологи мы можем помочь вам лучше разобраться с целью, например, того, что вы вот занимались спортом, ради чего вы занимались спортом, и так далее. Мы можем вам в этом помочь в большей степени, чем с работой мозга. Будем работать с вашей неуверенностью в себе, как мне кажется, вопрос достаточно актуальный для вас. С желанием доказать что-либо другим людям, тоже, как мне кажется, вопрос достаточно актуальный для вас. Вот. И так далее. То есть это вот, в принципе, то, на что нужно, ну, то, на что можно обратиться ваше внимание. Вот. А дальше вы просто описываете физические симптомы, которые не совсем для психологов. Что касается депрессии, то опять же вы говорите, что депрессия вышла на такой уровень, что появились проблемы с мышлением, но это значит, что она должна была быть раньше, когда она у вас началась, и еще вы решили, что это депрессия, не совсем тоже понятно. То есть если у вас есть диагноз, то вам нужно, ну, его озвучить, я полагаю. Вот. Свой диагноз. Если диагноза нет, то ставить его себе крайне нежелательно. Вот. Такой ответ я могу вам дать. Надеюсь, что помог. Желаю всего самого доброго и удачи.